темноте моей души светлее. Приходил, наверное, электрик, поменял, наверное, проводку. Лампочки теперь горят поярче в комнате моей души. Теплее, отопление включили, видно. Можно варежки сушить спокойно, даже если будет минус 40. В комнате моей души можно жить. Моей души можно жить. В комнате моей души негромко, это значит, рядом нет соседей. Это значит, сверху не затопят и не будут возмущаться. В комнате моей души есть чайник, фотографии и есть гитара. Приходи ко мне, когда захочешь, позвони, чтоб я была на месте. В комнате моей души можно жить. Моей души можно жить.